Buenos dias, extremистос. Заранее поздравляю всех с Новым годом. Не знаю, может быть, чуть-чуть преждевременно, но, однако, нужно подумать о том, какие делать подарки, правильно же? Как намекнуть своей девушке, или как девушка должна намекнуть своему парню, что надо немножко заняться собой. Значит, лучший подарок на Новый год – это спортивное питание. Если ваша баба жирная, дарите ей сывороточный протеин, и как бы тем самым намекаете, что могла бы она уже и заняться спортом. Если у вас парень дрищ, дарите ему спортивное питание и намекайте, что он должен накачаться. Однако, если вы парень, у вас парень, то подарите ему вазелин и вообще идите нахуй выключить это видео. Если у вас парень занимается спортом, ну, вы сама девушка, конечно, да, естественно, дарите ему протеин, БЦАшку, предтреника, все, хороший подарок. Если у вас баба занимается спортом, ну, ей уж само собой надо или карнитинчика, протеинчика, витаминов, БЦАшек. Короче, лучший подарок – это спортивное питание. Даже думать не надо, что там подарить, как там подарить, подойдут трусы, не подойдут, колечко налезет, не налезет. Все, нахуй. А я нахожусь пока в Кубе, Новый год, думаю, буду отмечать, на самом деле, елка искусственная, буду отмечать Новый год под пальмами. Ну и естественно, что я в итоге стал коммунистом. Но пасаран.